Desert Eagle. 10 рублей в день. Как, итак, играем в игру Terra Online. Вот буквально, я не знаю, третий, наверное, раз в игру зашел. Вот 15 уровень у меня. Ну, конечно, поначалу они легко апаются, там, тем более начальная локация есть, да, специально. Вот, я из нее уже вышел, то есть там не особо интересно. Хотя тоже была вот своя, так сказать, сюжетная линия. Итак, продолжим. Я там на секунду на настройки отвлекся. Гильдия что-то. У меня приглашение в гильдию есть. Отказаться. Я никогда не в World of Warcraft, никогда в гильдии не вступал. Мне нахер не нужно. Смотрите, какое оружие, да? Пиздец. Ну да, это анимешная игра. То есть, видите, анимешникам очень понравится, что есть такие персонажи. Вот чисто, ну, я не анимешник. Мне эта игра нравится вот чуть-чуть... чуть из-за другого. Сейчас вам покажу. Например, убить камнеклювов, да, у меня квест такой, вот камнеклювы. То есть тут система файтинга, да, из Dark Souls, по сути, видите? То есть тут у ворот есть, смотрите. Видите, то есть тут, по сути, да, из Dark Souls взято. Траву собираю, блин, я случайно нажал, я не собирался траву собирать. Ну это, ладно, это в каждой игре, по сути, есть. Что характерно в этой игре, чтобы руду собирать или траву, вам не нужно травничество изучать, еще что-то. То есть это сразу можно делать, да? Вот, еще вертушку вам покажу. Ну, у меня 4 скилла или 5 буквально изучено, не считая автоатаки. А, кому интересно, вот моя амуниция. У меня, кстати, могучий двуручный меч Дзерены на плюс 7 я прокачал. Пиздец, я теперь изи просто выношу. Видите, прям с крутилки подхожу в толпу. На нахуй. Видите, есть. Можно забрать награду за квест. Давай. Второй раз подряд, кстати, этот квест выполняю. Видите, у меня чармы всякие, улучшения для оружия. Ладно, пойдем следующий квест тогда выполним. Вот такой у меня еще рывок есть, кстати. Вот, диванские воительницы, видите, тёлки какие-то. На темпларок похожи. Оп, видите, уклоняемся вот так. На нахуй. На нахуй. Видели 2500 крит, это пиздец. На нахуй, видите, у меня достижения новые какие-то открываются, это отлично. В этой игре я, короче, настройки подкрутил, то есть в этой игре охеренная стилистика, да, не то что графика, а именно стилистика, то есть не обращайте внимания, я тут подкрутил чуть-чуть. Вот, черт, не всегда успеваю уклоняться. На нахуй. На нахуй, с двух крутилок просто. Заебись. Видите, тут комбо всякие, хиты. Ну да, то есть тут система файтинга не, далеко не World of Warcraft, а тут вот растение какое-то. Вот. Тут именно вот Dark Souls, да, то есть особенно PvP. Я PvP одно дрался, но просрал там. Враг был уровнем меня выше просто. А так тут охрененная PvP еще. На дабл килл. Видите, сколько? Вот мне нравится на этой локации. Нормальный лут падает. Ой, это кто-то помощнее уже. Еще одна тёлка какая-то диванская. Тут есть на самом деле две ветки квестов. Сюжетные и дополнительные. Которые влияют на репутацию. С фракциями. Да умри ты уже. На нахуй. Ни хрена себе. У нее типа винтовка, что ли? Ни хера себе она стреляет. Нормально. Ладно, тут другие игроки бегают. Вчера, кстати, поменьше игроков было, когда я играл. Не знаю, с чем это связано. Черт, мешает мне чуть-чуть этот игрок. Вообще охрененная у нее гаусс-пушка, блядь.
Ладно, давайте. Вот, отлично. Видите, еще можно приказ авангарда. Давайте награду заберем. Так, тут лучше особо не бегать, потому что тут враги агрессивные, я так понял. Они первые будут нападать на меня. Поэтому лучше аккуратно. А, или... А, они не агрятся, что ли, на меня? Но, во всяком случае, лучше лишний раз врагов не агрить. Вот. Так, куда мне бежать, я забыл. Так, направо. То бишь, вперед. Ну вот. Блять, да куда идти я? Тут, короче, минус вот в игре, карта неудобная. По ней не всегда понятно просто. Сундук торговца. Не всегда понятно, куда идти, потому что вот сейчас я, например, не понимаю, куда идти. На самом деле. Блять, пиздец. Так, сейчас, секунду. Да где тут, блять, ну я крот. Не заметил. Ну ладно, бывает, бывает. За Федерацию. Тубениус обнаружен. Это, кстати, глава врагов. У него хорошая охрана, поэтому подобраться будет непросто. Надо сначала вернуть награбленное. Истребите диванских разбойников и верните украденные товары. Окей. Тут, короче, в чем смысл? Я изначально находился на локации, где какое-то сакральное дерево было, а какие-то враги на него напали. Ну и смысл игры, типа, защищать это дерево, ну, обнаруживать врагов, которые на него посягают, убивать их. Ну, в общих, как бы, это в общих чертах. Конечно, это онлайн-игра, тут много всяких, так скажем, путей, квестов, цепочек квестов. Много разных сюжетов. Потому этим, конечно, не ограничивается. Пиздец, да? Ну хули вы хотели? Аниме, аниме. Я думаю, многим игра из-за этого и нравится, да? Вроде как ее очень на Метакрите очень высокий балл поставили. 80 с лишним, что ли, на Метакрите ей поставили. Вот. То есть игру сильно оценивают. Высоко оценивают, точнее. Но мне нравится вот из-за системы, из-за боевки. Из-за этой. Давайте в спину. По сути, я в спину должен дамажить больше. То есть бэкстепы должны проходить. На, скрутилки, нахуй. Украденная сумка с деньгами. Еще одна нужна. Еще у меня есть вот такой стан. Врага прокидывает. На, нахуй. Так, еще тут, видите, тут есть две цепочки квеста, вот. На, нахуй. Сразу по... Ни хрена себе, сразу по всем. То есть, когда я беру какой-то квест, да, тут еще появляется второй, как бы дубликат этого квеста на дополнительную награду, потому я оба как бы выполняю. Давайте заберем награду. Отлично. Так, скоро новый уровень. Ладно, обратно пойдем к этому Чаме. Где он там? Ща, я опять не могу этого... Эту суку найти. А, вот он теперь вон там. Блин, враги агрятся иногда. Но это ладно. Бля, я опять заблудился, сука. Как так? А, вон, все вижу. Вот, все. Вижу, Чама. Давай. За Федерацию.
Так, теперь видите, теперь самый главный, теперь эпогей настал. Мне нужно убить их главаря, вот этого Тубениус. Так, ладно, идем. Вон, видите, Тубениус, диванский полководец. Это на самом деле не первый босс, с которым я сражаюсь. Черт, у него охранница есть еще. Опа-на, я уровень взял. На, нахуй. Легенький босс, легенький. Слабенький босс. Опа-на, сундук торговца давай заберем. Обязательно. Отлично. Видите, этот босс отреспавнился сразу, что и характерно. Так, новые умения могу изучить. Что мне в этой игре нравится, чтобы улучшить или выучить умения, не нужно, так скажем, какому-то учителю идти классовых навыков, да? Так, новое умение. Наносит мощный удар сверху вниз, умение срабатывает быстрее, если вы перед этим используете умение смерч. Так, понял. Отлично, новый скилл у меня какой-то есть. Вот так. А, мне теперь товары торговца надо вот эти собрать. А давайте еще раз. Потому что легкие вот эти враги. Видите, комбо есть. Комбо на 2000, нормально. Опа, на часть реликвии. Кстати говоря, вот эти реликвии нужны, чтобы... Вот эти реликвии нужны, чтобы из них оружие собирать. На, нахуй. Блять, собери ты этот сундук ебучий. Я просто хочу сундук подобрать. Не для квеста надо. Ладно, все, я отсюда пойду. Потому что это бесконечно можно с этим... Бля, я испугался, что в текстуре застрял, ёб твою мать. Ладно, давайте сундук торговца подберем. Кстати, у меня еще один квест в городе остался. Я не знаю, покажу город или нет. Так. Да, прикольная тут анимешная прорисовка. Вот это, ну, мне нравится не из аниме, конечно, не из-за анимешной прорисовки, а из-за того, что это типа Dark Souls плюс Warcraft. Как бы смесь такая. На, нахуй. Так, давайте. Отлично. Сообщение мне какое-то пришло. Наверное, награда очередная, ну да. Окей, спасибо. Так. Надо этого Чаму опять найти. Где он опять? Я не могу его искать, блядь. Где он? Так, вот где-то там. Ладно, побежали, побежали. А, у меня же питомец есть. Вот такой прикольный. Как я уже сказал, вы на прорисовку не обращайте внимания, у меня графон не очень. Пуджи какие-то бегают тут. Так. За Федерацию. Это я для ОБС настройки снизил, так-то у меня получше тут намного качество. Так. Дальше мы разберемся сами, а ты верни сундуки в Кресцентию. Остерегайся духов... духов земли у входа в деревню. Они нападают на всех, кто осмелится приблизиться. Окей. Истребите взволнованных. Я так понимаю, мне туда наверх надо и по пути вот этих врагов истреблять. Ну что ж, давай. Опа-на, не забываем уворачиваться. Готов. Охуенно. Я просто мясанул сейчас скиллом. Ну да, враги тут не такие глупые. Бывает, мансуют чуть-чуть. Так, у меня сундуки какие-то. Ну ладно.
Видите, у меня такой костюмчик, кстати, да. Наверное, уже заметили. На нахуй. 2660, нормально у меня так. Критулечка вылетает. Еще есть вот такой скилл. На нахуй, 2600. Просто 2600. С одного удара. И тебе давай. А я почему не ваншот? На нахуй. Так. Опа, на руду можно. Что характерно, я не понимаю, в этой игре не нужно выучивать никаких навыков. Травничество, горное дело. То есть ты по дефолту можешь и траву собирать, и руду добывать. На нахуй. Надо будет потом посмотреть, что у меня тут за лут повыпадал. Вот такое вот комбо, вот такие вот комбо, хотел сказать. Ладно, теперь мне нужно в Кресцентию, так называемую. Это, видимо, вот там. Или вон там. Чё-то я не пойму, куда мне надо. Но мне нужно в деревню. Вот это вот больше на деревню похоже. Нормальная пушка тоже у бабы, да? Смотрите. Ну да, это анимешная такая игра. Видите, тут такое оружие. Блин, я опять... А! Вот, у меня на миникарте показано, куда идти. Да-да, я правильно иду. Видите, новое достижение мне дали. Надо будет, короче, весь лут продать потом ненужный. Да, смотрите, мне дали, короче, артефакт вообще не на мой класс. Вот тоже не на мой класс. Да, тут, короче, тут многое нужно будет продать из того, что мне дали, чтобы место не занимало. Но это потом, потом, наверное. Кстати, мой персонаж, вот если что. Вот мой персонаж у меня. Могучий двуручный меч Зерены на плюс 7. Заебись, да? Вот такая у меня длань велики тут. Костюмчик вот такой у меня. Ну, это костюмчик мне на день дали. Я так понял, вот. Ну, и то есть я его не покупал. Изящная магия древних времен. Да, может показаться, что Кресцентия мирный и спокойный городок. Ну, вроде да. Но на самом деле мы в большой опасности. Бла-бла-бла. Тубениус убит. Это же награбленное. Огромное спасибо. Видите, мне новое оружие дадут. Но оно хуже моего нынешнего. Опыт дадут и деньги за этот квест. Но осталась еще одна серьезная проблема. Одна битва. Укрепляй свой разум. То есть, видите, тут прорисовка нормальная на самом деле. Может так. Тубениус должен был занять место Даканиуса. Ёб твою мать, тут еще один босс какой-то. Надо готовиться к нападению. Принять. Опять, короче, гонят квест выполнять. Зацените, Центурион в отставке. Пиздец, да, зацените. Центурион в отставке. Ну, аниме, хули вы хотели, аниме. Смотрите, вот тоже. Ну, аниме тут, одним словом, ну, блядь. Я ничего больше не скажу, аниме. Ладно, вот так, я думаю, для одного ролика будет достаточно.